Да, конечно, вонь. Я, честно, вот, ты знаешь, я всегда об этом говорю в каких-то своих интервью, я вот всегда это подмечаю. Вот вживую вот таких людей, как Паша, вот у меня просто не было. Вот таких, ну, это просто, вот, говорю, по природе своей человек, воин. Бывают такие боксеры, вот даже Мейвезер, вот ему как-то вот вся все карьера легко, удалась. Да, да, ну, не вот то, что такой... легко, он тоже пахал, все. Да. Но имеется у него нет вот таких, посмотрите, каким он выходит из боев, да? Чистый, Паша дрался, да. Наш последний с тобой бой, да. Ты дрался с оторванным бицепсом, с японцем он, да, дрался. Да, кстати, вот. Это было просто страшно, ты посмотри на это. Вот. Да, я когда бицепсом. Бил, да, джеб, бам, я... да, у меня рука падает. С тобой Я говорю, Алик, мне походу это, он говорит, дерись, дерись. Да, мы обкололи его, обкололи, да, сделали, да, ему блокаду, он вышел уже с проблемой с бицепсом, да, да. В процессе оторвался, и он додрался этот бой. И я никогда не забуду, что после этого боя он расслабился у нас на руках, потерял сознание. Да, вот вы просто можете представить, да, уже на подходе в раздевалку, Паша после боя потерял сознание.